меня просят рассказать про братву горок. Я такой не знаю, а между собой, может быть, это братва. Ну там все из кума кабинета не улазят. Если там не бегают на эту, на режимку, то поедут в крытую. А все такие, короче, там и Митяи, и прочие, все были с мусорами. Короче, при мне лис бегал такой, рулил Мозовский. Он там с кумовьями все дела решал. Но я знал, что это мусора, и знал, что от них ожидать. Просто был осторожен так. Ну и то не помогало. Если они решили тебя крутить, то эти будут помогать. Короче, всяко тебе мозги пудрить, чтоб ты не ожидал, и чтоб тебя крутануть. А потом я им прямо сказал, кто они есть и как, чем они дышат. Поэтому, а кто там нормальные были, Витебск, я там не видел. Там без бумаг, там в зоне не держат. Или бумаги, или штатный сотрудник. Я самому лису задавал. Они там не ходят на работу, чистятся там. Я говорю, ну вот приезжает комиссия, кто-то цинкует, все равно освобождаются, цинкуют, права знают, мусора. Они приезжают в зону, спрашивают, ну кто они, вот эти у вас тут, лис, там этот, все эти, питерские, вся эта козла бандиты. Они как у вас чистятся? Ну, менты же говорят им, все это наши сотрудники. Я спрашивал у лиса, как ты чистишься? Ты же на работу не ходишь, должен же кем-то чиститься. Ну, там понятно, лис, а, мэк, ну, понятно, что они проводят их как сотрудники, помощники там. Всякая хуйня там занарязывают на них наряды козьи эти. По-другому там нельзя, иначе сразу в крытую. Меня 3 или 4 раза сразу отправляли в крытую, а потом взяли, крутанули. На 4-й раз или 5-й, я точно не помню. Ну, приехал там, сделали вид туда-сюда, думал опять в крытую. Они в наглую, что он не лег на 2-й ярус. Я пришел, он говорит, тебе на 2-й ярус. Я спрашиваю отряда, это что такое, распоряжение? Ну, указания такие, все. Я понял, что указания даны, не сорвешься, и все. Говорю, ну, пошли на кищу, хули базарить, и все. И там все так. А остальные подписывают бумаги там. И то их крутят, прессуют, короче. Они с бумагами подписаны, и то их крутят. Такая зона. Я там не видел. И знаю, там невозможно не сотрудничать с ментами. Как-то 100% выполняют все распоряжения, и тогда будешь в зоне. А нет, пошел. Галей даже хотел, чтобы тормознуться, и то крутанули, повезли в Волковыске. Вот и все.